Михаил у нас. Это на Пасху. Вот так. Вот работник растет, а? У вас молоко есть? Конечно, там на кошке. Марина, возьми там пару бутылочек, пожалуйста. Что у вас там, по сколько, 150? Кому? Нет, сейчас скажу, через 15 минут. Не знаю, Андрей просто раздает. Просто раздает? Ну, и быстрее беги. Еще быстрее беги, пока просто раздает. Мариша, сумка здесь наверху, увидишь, она торчит. Там моя. Это накануне Пасхи, через 5 минут будет богослужение уже. Сегодня, кажется, 4 мая. Спроси вот Андрея, а мне? Зубы уже режутся. Да. Глаза, говорит, боятся, а брюхо радуется. Это новая пословица. Разрешение на вся. О. Вот, смотри, что делается. Она свинины тут нету. Свинину постепенно выжили отсюда. Николай Польгуев любил свинину. Постоянно сальцы привозил. Самособенно. Лен, да я себе вообще заберу. Сейчас будет богослужение. А мы вот. Я не хочу. Не совсем сладкие? Да. Просто я все это накрывала. Молодец. Вот это главное сокровище. Это любимый мой флаг. Где-то единственный в мире, говорящий о жизни, о смерти и после смерти. А это кто у нас такие? Божественный флаг. А где пусть это?